Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы, день 50-й по Пасхе, когда, согласно Священному Писанию и преданию Церкви, то, что мы слышали и в сегодняшнем чтении из Деяний Святых Апостолов, Дух Святой нисходит на учеников Господа нашего Иисуса Христа. С тех пор Дух Святой пребывает в Церкви, и, по сути дела, все чудеса, которые совершаются в Христовой Церкви, совершаются силой и действием Третьего лица Святой Троицы, Духа Святаго. Этот праздник называется также днем именно Троицы, потому что полнота откровения о том, что Бог есть Троица, совершается именно в этот день. Еще пройдут многие века, когда люди, святые отцы, богословы, будут осмыслять и вымаливать правильное понимание этой тайны. До сих пор эта тайна остается мало понятой всем миром, и отчасти, к сожалению, и нашими православными умами. Потому что, с одной стороны, это тайна, а с другой стороны, это откровение. Откровение, к которому нужно приникать, как говорили святые отцы. Нужно молиться Богу и читать и Священное Писание святых отцов, чтобы вникать в эту таинственную истину, которая открыта нам Богом, что Он одновременно один и одновременно Он три – Отец, Сын и Дух Святой. Что касается силы Духа Святаго, то она бесконечна. И, конечно, Господь даже в этом событии показывает свою кротость. Ведь Бога-человек, победив смерть и воскреснув, мог бы возглавить проповедь Евангелия сам. Мог бы пройти уже своим неуязвимым телом по земле, уже не поддаваясь никаким агрессиям человеческим, злобе демонской, и проповедовать со всей силой Духа, которая сопутствовала ему всю жизнь. Как мы читаем у святого Василия Великого, что вся жизнь Христа наполнена и освящена Духом Святым, потому что Сын и Дух – это те второе и третье лица Святой Троицы, которые неразлучны между собой и едины со Отцом. Более того, святые отцы скажут, что Сын и Дух – это две руки Отца, которые Он посылает в мир. И сначала Сын совершает спасение человечества, став человеком и осветив человеческое естество, а потом Дух Святой продолжает Его дело. И вместо того, чтобы Сын Божий сам видимым образом совершал спасение всего человечества, хотя Он этого не отрекается, Он пребывает в Церкви, но уже более сокровенно, но вместо этого Духом Святым наполняются ученики Христа и посылаются в мир. Господу угодно здесь словно бы сделать шаг назад и сказать: «А теперь дальше вы трудитесь, я вам даю все, что необходимо, наполняю вас силой такой, которой не могут противиться ни демоны, ни люди и никакие другие силы, которые существуют в этом мире». Да, святые апостолы были убиты, большая часть из них. Да, Церковь всегда терпела гонения, потому что Господь это предсказал, и потому что мир лежит во зле. Но, тем не менее, сила Духа
делало их настолько сильными, что даже умирая, никто из них не был подавлен. Ни мученики, ни апостолы, ни святые исповедники, ни новомученики российские, никто не был подавлен духом даже пред лицом смерти, которую прошел и сам Христос. Дух Святой действительно сопребывает нам. И остается только одна очень немаленькая и серьезная задача – быть единодушными с Духом Святым. И это задача, которую, к сожалению, мало исполняется нами. Дух Святой также кроток и смирен, как Христос. Христос говорит о себе: «Я кроток и смирен сердцем». Точно так же и Дух Святой. Он мог бы глаголать в каждом уме и в каждом сердце сильными словами, так, чтобы мы чувствовали, какая воля Божия, и были бы вынуждены поступать всегда, как говорит Дух Святой. Но Дух Святой кроток, и Он говорит, можно сказать, на пониженных объемах. Его голос ненавязчив. И многие праведники и святые свидетельствуют, что они ошибались, когда не слушали этот кроткий и тихий голос Духа, который действовал и действует в каждом человеке. Когда человек страстен, когда он обуревается разными эмоциями, которые сами по себе неплохи, но если они застилают у человека обзор горизонта, если они застилают и заглушают силу, кроткий дух, глаз Духа Божьего, тогда они выполняют разрушительную работу. И, к сожалению, большая часть людей слушают не Духа Святаго, даже православные люди, когда принимают те или иные решения, говорят те или иные слова и пытаются в своей жизни определенным образом поступать. Дух Святой требует определенной молчаливости, мысли, умения остановиться в потоке событий и прислушаться к тому, что скажет он. Для этого человек должен умолчать. В Псалтире есть такие слова: «Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог ваш». Вот это слово «упраздниться», слово «праздник» однокоренное. Что мы делаем в праздник? Мы перестаем работать, чтобы вникнуть, что нам говорит Бог. Чтобы у нас было время послушать священное или почитать священное писание, вникнуть в слова литургии и вникнуть в слова святых отцов. Вот точно так же и здесь священное писание говорит: упразднитесь, перестаньте своим мыслям доверять, послушайте, что говорит Бог, остановись и послушай. И вот чтобы способность слушать даруется именно Духом Святым. Если сравнивать, что сделал Христос с тем, что делает Дух Святой, то Христос – это Слово Божие. Он говорит. И говорит тоже кротко, но часто в символах, в иконографии, в текстах святых отцов, в богослужении, в церковной музыке. Это все слово, по-разному выраженное, мысль. А Дух Святой дарует человеку, подсказывает ему, как услышать это слово, Слово Божие, самого Христа, и как его усвоить, потому что слышать можно, как говорят в школе, в одно ухо вошло, в другое вышло. А можно услышать так, чтобы усвоить и принять к действию. И вот именно это нам важно сегодня, в этот великий праздник, усвоить себе, что мы во многом Духа Святого или не слышим, или, если даже слышим, может быть, умиляемся Духом Святым в малой степени какой-то своей, но потом остаемся такими, какими мы были. И не обрабатывается почва нашего сердца, и наши уши духовные остаются глухими, или, можно так сказать, работает наша душа вхолостую. Что-то переживает, но остается такой, как была, вот как машина. Крутится колеса, она никуда не едет, буксует. Вот этого сегодня мы попросим, чтобы было меньше в нашей жизни. И еще, когда мы слышали сегодня в Евангелии, Господь говорит, что у верующего в Меня из чрева потекут источники жизни, источник воды живой. Имеется, и апостол Иоанн Богослов поясняет, Христос говорит о Духе Святом,
которые должны были принять верующего Христа. Но кроме того, каждый человек, когда молится Духу Святому, он должен думать не только о себе, он должен думать о всем человечестве. И таково действие Духа. Вот сегодня коленопреклонные молитвы, вы обратили внимание, что Церковь молится не только за нас, живых, но и за усопших. Можно сказать, ну, все, их жизнь закончилась. Протестанты вообще не молятся о усопших. А мы говорим, нет, Дух заботится о каждом человеке. И даже о тех, кто уже не перед нашими глазами. И, казалось бы, закрыта книга их жизни. А Церковь молится за тех, кто умер. Кто ушел из этой жизни и просит Бога упокоить их души. Вот какое действие Духа. Можно было сказать, да ладно, нам бы самим спастись. Нет, Церковь говорит, а ты сам-то не можешь спастись, если ты не воспримешь любовь к людям и не воспримешь любовь к тем, кто вокруг тебя, и тот, кто, который уже, может быть, не рядом с тобой, но ушел из этой жизни. Но если ты его сбросишь со счетов, то и тебе грош цена. Ты тоже таким же будешь. И никто за тебя тоже потом не помолится, если ты ограничишь сам по своему эгоизму, по своей лености и все вместе взятое по своим страстям и ограниченности молитву за других людей. Таково действие Духа. Дух не позволяет молиться только за себя. Он требует молитвы за других людей и живых, и усопших. И таково сегодняшнее моление Церкви. Церковь возносит молитвы за всех людей. И даже не православных мы не поминаем на проскомидии, на литургии, но мы молимся за них. О оглашенных есть специальная ксения. Святой Силуан Афонский говорил, Господи, молю Тебя. Он не был миссионером. Он жил на Афоне, в монастыре, не читал газет, в отличие от некоторых других монахов. И не смотрел интернет, которого тогда не было. Но он понимал, каково состояние человечества. И он говорил так, Господи, молю Тебя Духом Святым, да познают Тебя все народы земли. Вот какое сердце было у настоящего христианина православного, настоящего ученика Христова, который сердцем болел не только о себе, хотя у него была своя борьба, немаленькая, кто читал его житие. Но Духом Святым он молился за всех. И таково действие Духа. С одной стороны, он просвещает и дает возможность каждому человеку, даже самому слабому, самому безвольному и, может быть, генетически по рождению с плохой предысторией, стать даже святым, как в жизни святой Марии Египетской, например. И в то же время привносит это такое состояние человеку, что он не может думать только о себе. Это просто невозможно для христианина православного в Духе Святом молиться только о себе или только о самых своих ближних. Дух Святой ведет нас к молитве за большее число людей. Некоторые говорят, наберешь на себя, трудно будет. Но с другой стороны, мы же со смирением должны молиться. Мы не берем на себя вымаливание всех и вся, но воздохнуть о другом человеке, святые отцы говорили, это наша обязанность. Идет вот человек, лежит пьяница, можно сказать безобразие, можно сказать свинство, можно отвернуть глаза, это вообще не про меня, а нужно что хотя бы сказать, Господи, помилуй душу этого человека. Может быть, даже не моя функция сейчас его спасать. И, может быть, его и вообще я не смогу спасти. Многие, кто старался такими вещами заниматься, видели, что человека очень трудно вытащить из таких состояний. Но воздохнуть о нем Богу, не воздохнуть о нем Богу мы не можем. Это будет грех. И наше сердце наберет на себя очередную пыль греховную, которая постепенно скрывает от нас дыхание Духа. Помните, как пророк наш Илия видел и слышал дыхание Духа тонкого, как тонкое веяние ветерка. Он все думал, что Бог идет мощными шагами, сотрясает землю, он тоже это может. Но Бог ему явился в тонком дыхании ветра. И он понял,
что он не совсем понимает Бога. И таково действие Бога в нашей жизни. Он бы мог давно расставить точки над «и» и всем все объяснить. Но он ждет ответной реакции человека. И сегодняшнее торжество, и то, что мы здесь стоим, это тоже маленькое чудо, потому что люди скажут, а что они там ждут? Что они там собрались? А мы просим, чтобы Дух Святой коснулся наших сердец, и мы стали бы людьми лучше, светлее, мужественнее, более дальновидными людьми, более терпеливыми, всеми дарами Духа, которые Господь наделяет нас, хоть в какой-то степени нас наградил, в большей степени сегодня, посетил бы нас, и как мы слышали сейчас на вечерне про Кимин, «Се, сказал я, все ныне ночах, сия измена десницы Вышнего». Здесь что указывается? Вот я начал, но это перемена, измена по-славянски, не измена, как мы сейчас по-русски говорим, а измена как перемена. Это перемена силой десницы Вышнего происходит. То есть человек каждый раз может, каждый Божий день может становиться лучше, начинать снова и снова, а силой это совершается, десница Вышнего, силой Духа Святаго. Аминь. Поздравляем вас еще раз с праздником. Напоминаем, что грядущая седмица сплошная, троицкая, на ней среда и пятница не постные. Завтрашний день посвящен Духу Святому, как третьему лицу Святой Троицы, сошедшему в этот день на апостолов. И в следующее воскресенье мы будем вспоминать всех святых, как начало плода действия Духа в нашей Церкви. Выслушаем слова благодарственных молитв о Святом Причастии и с миром изыдем. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!